Дорогие пациенты, когда вы впервые приходите к нам в клинику, нам с вами необходимо подписать несколько важных документов. Какие это документы и почему это важно? Договор на оказание медицинских услуг и приложение. Согласие на обработку специальных категорий персональных данных, биометрических и данных о здоровье. Информированное добровольное согласие на диагностический комплекс. Понимаем, не хочется тратить время на изучение документов, но федеральный закон 323 требует, чтобы клиника получила ваше добровольное согласие или отказ от любого вида медицинского вмешательства в письменном виде. Подписание ИДС не просто формальность, а часть командной работы. Это означает, что мы дали вам полную информацию о том, как будет проходить осмотр, диагностика, какая медицинская помощь вам рекомендована, какие риски и последствия возможны, предполагаемые результаты и есть ли альтернативы. Вы осознанно и ответственно принимаете решение согласиться на эту медицинскую помощь. Также вы вправе отказаться и не подписывать информированное добровольное согласие. Но в этом случае, к сожалению, доктор не сможет вас принять. Или можно написать отказ от какого-либо вида лечения, но в этом случае клиника не сможет предоставить вам гарантию. Информированное добровольное согласие на опрос, осмотр, диагностику мы разместили на нашем сайте для того, чтобы вы могли спокойно и без спешки прочитать его дома до визита к нам.